Цифры и факты озвучила в своем докладе начальник финансового управления Татьяна Макушкина на публичных слушаниях по исполнению бюджета Ленинского района в 2017 году. Бюджет в минувшем году исполнялся по результатам доходов, которые составили почти 6 миллиардов рублей. В основном это налоговые поступления и безвозмездные трансферты из Москвы за переданные в столицу земли муниципалитета. По расходам в сумме 5 миллиардов 778,4 миллиона рублей. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами. Такая ситуация называется профицит. И объем профицита у нас составил около 30 миллионов рублей. Денег хватило, чтобы осуществить все задуманное. Традиционно львиная доля средств была потрачена на улучшение системы образования, спорта и культуры. Особенностью бюджета 2017 года стало исполнение программы безопасности муниципалитета и развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса. Докладчиком по этой теме выступила начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Вера Попова. Она пояснила, что программу удалось реализовать на 99%. В рамках данной программы было сделано очень много полезных дел, в том числе и по приемке дорог из Московской области, и сразу же реализация мероприятий по приведению их в нормативное содержание, нормативное состояние, ремонт, тротуары, освещение, обеспеченность транспортной доступностью именно на территории Ленинского муниципального района, и соблюдение и приведение всех наших дорог к стандартам в рамках безопасности дорожного движения. Теперь все общеобразовательные учреждения района, которые расположены вблизи автодорог, соответствуют стандартам безопасности Российской Федерации.